том, как закачивать фильмы из интернета на телефон из торрентов. Торренты гораздо удобнее, чем другими способами, потому что на них хранится как раз больше всего фильмов. Торрент-система позволяет нам в интернете публиковать фильмы, которые, ну, не разрешается публиковать. Для начала нам нужно подключиться к интернету через Wi-Fi. Вот мы сейчас подключены через Wi-Fi к интернету. Потом нужно включить обход защиты. Это программа OrBot. Вот я запускаю. И нужно включить VPN-режим. Это такой режим, который помогает пробить. Теперь мы идем на сайт Rootracker. Там хранится очень много фильмов. Ну, попробуем скачать фильм, например, «День сурка». Один из моих любимых фильмов. Что-то не быстро интернет. Не быстрый, не быстрый. Мы подождем. Странно. Это, наверное, потому что арбот запускается. Пока запускается арбот, может быть такое. Вот показана скорость, какая у арбота. Вот сейчас он работает. Вот отправка, загрузка. Работает он. Ну, почему-то доступа к сайту нет. Еще раз обновим. Наверное, когда загружался арбот. Ага, вот сейчас есть доступ к сайту. Я сейчас зашел под собой вот вас на спять. Ну, прям так и наберу. День сурка. День сурка. Можно большими буквами, маленькими буквами, каким угодно. Вот сколько нашлось этих фильмов разных размеров, с разным качеством. Вот сейчас мы отсортируем, сколько людей раздает. L — это сколько людей еще и качают. Часть уже скачали, поэтому они эти части раздают. Вот, кстати, вот размер 1.46 гигабайт — это самый, наверное, такой хороший размер для обычных там ноутбуков. Большие размеры не обязательно. Вот сейчас его раздают 92 человека, и 2 человека качают. Вот если я нажму на тему, то я перейду на описание этого фильма. Сейчас посмотрим описание этого фильма. Вот. Ну, да, что-то не быстро. Вот описание этого фильма. Вот здесь вот в теме находится сам файл торрента. Вот скачать торрент. Торрент — это такой файл, в котором хранятся адреса частей фильма. То есть сначала качаем торрент, а потом качаем сам файл с помощью этого файла торрента. Но я могу сразу скачать этот торрент, нажав вот здесь 1.46, вот где размер. Вот я выбираю ссылка для загрузки, самая нижняя. Вот. И загрузить вот. И у меня стоит aTorrent программа, и она сразу его открывает. Вот я открываю. Она же сразу его прямо открывает. Этот файл будет сохраниться вот папкой назначения CD Card Download. И я сейчас вот нажимаю. Вот где файлы, тут можно, если тут несколько файлов в этом торренте, можно какие-то загружать, какие-то не загружать. Если торрент огромный, а тебе нужен, ну, например, много-много карт в этом торренте, а тебе нужна какая-то одна карта, ты все остальные галочки снимаешь и выбираешь тот файл, который тебе нужен. Ну, у нас тут только один фильм, поэтому мы качаем весь торрент. Раз, промахнулся, вот. 30 перов, ну, это те, кто раздают сейчас. Вот смотрим, как он. Вот, загрузка с 10, с 15, с 19. Сейчас очень быстро пойдет загрузка. Вот, ну, при скорость 300 килобайт в секунду. Ну, довольно-таки приличная скорость. Вот час будет качать. Ну, наверное, меньше. У меня скорость около гигабайта. Наверное, да нет, что-то нет. Ну, посмотрим. Вот у нас эта папка. Сейчас я обновлю. Вот зеленая такая, круговая. Вот до 10 сурка качается. Вот уже скачался 1 гигабайт. Вот как быстро качает. Не может такого быть. Обновлю. Вот. Ну, он просто зарезервировал это место, телефон. На самом деле, конечно, там вот в это пустое место 1 гигабайт он меньше закачал. И вот потом нужно следить обязательно, вот сколько у тебя внутренний накопитель. 1,9 гигабайт свободно при 11.7 всего. Чтобы у тебя не было заполнения, чтобы у тебя место свободное оставалось, не было, чтобы 0 было свободное место, да, телефон может зависнуть. Поэтому надо тебе своевременно заходить вот в твою папку загрузки и этот фильм куда-нибудь перемещать на
на вот на CD-карту, на внешнюю. Но сейчас там мало места, поэтому я, пожалуй, отменю закачку этого торрента. Если торрент вдруг не качается, можно вот отметить галочкой этот торрент. Сейчас я перемещу куда-нибудь свое изображение. Вот галочка этот торрент отметил и приостановил, а потом можно опять его запустить. И тогда он может опять начать закачиваться, если вдруг сбой какой-то произошел. Но сейчас я его просто удалю. Вот я беру вот так вот здесь, удалить. И вот и удалить не только файлы торрента, это отдельные вещи. То, что качается по этому торренту, это вот загруженные файлы с этого торрента. А сам торрент это отдельно. Он маленький файлик торрент. Вот, и удалить загруженные через этот торрент файлы. Вот, все я удалю. Вот, теперь опять ничего нету. И вот я посмотрю, удалились эти загруженные файлы, вот загрузки. Да, удалились. А сам файл торрента остался. Вот он, какой маленький, 15 килобайт всего. Это очень мало. Я его удалю вручную. Кстати, вот если ты файл торрента скачал, его можно оставлять на компьютере, его можно по электронной почте посылать. И человеку не нужно будет заходить на этот сайт, чтобы искать этот фильм. Вот он, файл торрента уже есть. Ты можешь смело этой программой, а торрент уже все качать. Вот, ну я его удалю, он мне не нужен, чтобы он тут не был. Ну вот так вот. Ну, вот этих, кстати, торрентов очень много сайтов. Но вот этот RootTracker, он хороший сайт, потому что... и там, кстати, очень программ много. Ой, там всего много. Вот RootTracker.org. То есть тут не только есть фильмы, тут есть... вот я сейчас поиск нажму, пустой поиск, ничего не веду. Вот, вот например, какие у меня мои раздачи, вот что я раздавал. Да, вот они мои раздачи. Вот это нажимаешь, и он автоматически вставляет мой вот ник, автор Вас на спять. И моя раздача, это у меня книжка там одна, вот по немецкому языку, плюс пункт Deutsch. И электронная книга NUC, это образ, то есть который я заливал, закачивал на электронную книжку от Фаризея. Вот. Если вдруг у Фаризы электронная книжка сломается, что-то она с ней сделает, то можно опять вот это закачать, и все программы опять появятся. Все программы здесь находятся. Вот этот, как он огромный. Там все программы. Ну, фильм, например, «День сурка», да? Вот, «День сурка». Я сейчас в поиске. И торрент. Торрент. И посмотрим, что мне в поиске найдет. Ну, сейчас Google может заругаться, скажет, у вас там... А, нет, не заругался. Google может заругаться и сказать, у вас там с какого-то... Вы зашли источника. Это потому, что вот этот арбот, он заходит как бы... ну, так как подозрительно на Google заходит, и Google может его система безопасности заблокировать. Вот. Поэтому использую Яндекс, например, или другую поисковую систему. Ну, вот, день сурка, скачать торрент. Вот сайт, фастор. Ну, например, еще сайт есть такой, NNM тоже торрент. Неплохой сайт, но там уже вирусов больше. Вот он, день сурка, торрент, NNM сайт. Да их много сайтов. Вот можно. Они, кстати, вот и похожие сайты. Вот тема тоже. И вот этот торрент скачать, например, сам торрент. Вот загрузить. Но я его сейчас вот это открывать не буду. Ну, можно открыть вот этим опять. Вот он. Вот программа AdTorrent. Да? Я не буду запускать эту программу. Я просто посмотрю. Вот обновляю. Да. Теперь с nnmclub.me этот другой торрент, вот он, файл есть. Это не сам фильм, это тот файл, по которому качается торрент. Вот. Ну, в общем-то, вот и все. Вот очень все просто. Фильмы ты потом скачал, на ноутбук скопировал, не забудь, перенес отсюда с телефона. Вот и следи ты за памятью, чтобы... У меня сейчас просто памяти нету, вот 1.7 только, поэтому ничего даже качать не буду. Ну, все. Хватит.